Если подробнее говорить, металлургическая продукция у нас выросла, металлургия на 7,8%, продукты питания на 3,5%. В целом, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, сектор услуг и строительства, они стали основными драйверами роста экономики, то есть все нересурсные сектора. По ситуации в горнодобывающей промышленности, Нурсултан Ильич, хотел доложить, спад несколько замедлился. Он ранее был по итогам первого полугодия выше, сейчас до 2%, то есть мы начинаем нагонять объемы прошлого года. Это связано с тем, что лучше складывается ситуация с добычей нефти. То есть сейчас нефтяники идут с опережением плана на 890 тысяч тонн за 9 месяцев. У них был план 55,9 миллионов добыть, сейчас они добыли 56,8. И по железной руде ситуация улучшается. В целом конъюнктура даже выросла, цены поднялись с начала года. После ваших договоренностей в Китае отгрузка в Китае в два раза увеличилась, вот с месторождения в Кустанайской области. Потом объемы потребления стали в целом подросли. ArcelorMittal увеличил выпуск стали. Это тоже после поездки в Иран, Нурсултан Ильич, большие объемы экспорта сейчас открылись по стали именно в Иранскую республику. Поэтому у нас есть понимание, что ситуация к концу года будет лучше намного, чем на начало. То есть, если суммировать, Нурсултан Ильич, мы прошли дно. Первый квартал, в смысле, 2016 года, он был самый сложный. Цены упали на все сырье. Потом последствия корректировки курса 2015 года, все адаптировались. И уже начиная со второго квартала, программа Нурлыжол, антикризисный план, начали свой результат давать.